Всем добрый день, девочки. Сегодня я вам хочу вот показать, какие цветочки. Ну, собрала очень быстро. Вот, это все я готовлюсь к верной. Здесь еще добавится один цветочек. Пока поставила три, на четвертом работаю. Вы знаете, скажу вам так. Ой, собирается так быстро. Вы, наверное, догадались, из чего это цветы. Это из цветной бумаги гофрированной. Суть в том заключается, что у меня очень много ее просто оставалось еще с тех пор, когда я начинала с ней работать. Вот, поэтому, ну, она лежала в таком надежном месте, ей ничего не сделалось, она, конечно, не выгорела, ничего абсолютно. Самое главное, с ней очень интересно работать. И еще интересно, вот что бы ты ни вырезал, ты все равно соберешь цветок, и он все равно будет хорошо смотреться. Он яркий, очень яркий. Сейчас вот немножко все-таки день такой пасмурный. Вот. Вот такие получились розочки, девочки. Можно сказать, честно скажу, из ничего совсем. Вот совсем из ничего. И вот такие розочки собираются быстро. Но я вам уже рассказывала, я ее, с одной стороны, эту бумагу люблю, люблю с ней работать. Не люблю ее за то, что она не практичная, девочки. Нет у ней практичности. А так работать с ней, конечно, очень хорошо, очень интересно. Вот такие розочки открытые. Ну, это вот корзиночка, ей уже много лет, я ее, наверное, прям собирала как раз вот по первому году, когда делала бантики. Но все равно она как-то стоит. Вот другая корзиночка большая. Вот. Вот такая корзиночка. Вот что показывает. То есть потихоньку. Ой. Потихоньку. Моя депрессия, наверное, все-таки пройдет. Такие цветочки. Все, мои хорошие. Всего доброго. До скорых встреч.